Одну золотую и две бронзовые медали завоевали солнечногорские спортсмены на фестивале по дзюдо в Латвии. Соревнования проходили со 2 по 5 ноября в Риге. В них приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Украины, Литвы, Эстонии и Латвии. С медалями вернулись дзюдоисты солнечногорской спортивной школы номер 2. Золото у Льва Кирсанова, бронза у Ивана Гуськова и Алены Кирсановой.